Привет всем! Сегодня будем готовить большой пирог зебра. Нам понадобится 15 яиц. Желтки отделяем от белков. Также растопили одну плитку шоколада темного. 15 столовых ложек сахара нам понадобится. И мука 17 столовых ложек. И разрыхлитель для теста 10 граммов. В белки добавляем щепотку соли и взбиваем в пышную пену. А затем добавляем 2 трети нормы сахара. И взбиваем в крепкую пену. Точно так же поступим и с желтками. Забьем щепоткой соли, а затем уже добавим оставшийся сахар. Соединяем желтки и белки деревянной лопаткой. И теперь просеиваем в нашу полученную массу муку, смешанную с разрыхлителем для теста. По желанию можно добавить и ванилин. Полученное тесто делим на две приблизительно равные части, в одну из которых добавим растопленную плитку темного шоколада. При растапливании в шоколад добавляем 4 или 5 столовых ложек молока. И чтобы у нас легче вмешать шоколад в наше тесто, добавляем пару ложек теста в шоколадную массу, а затем уже весь полученный вот этот шоколад мы переложим в тесто и соединим. И теперь поочередно будем выкладывать наше тесто форму диаметром 27 сантиметров. Ставим наш пирог в разогретую духовку на 170 градусов и выпекаем до готовности. Ну вот такой вот получился пирог. Сверху украсили шоколадной глазурью и присыпали остатками бисквита. И сейчас разрежем. Посмотрим, что у нас получилось внутри. Вот такой вот получается пирог. Можно его использовать и как бисквит для торта. Очень вкусный, пышный. Замечательно подойдет к чаю. Ну а всем тем, кому данный рецепт понравился, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.